Всем привет, дорогие друзья, это канал Технобар Плюс, и сегодня у нас тест скорости заряда аккумулятора в смартфоне TecnoSpark 8P. Напомню, что данный смартфон у нас под управлением процессора Helio G70 от MediaTek. Этот процессор поддерживает быструю зарядку, но, к сожалению, стандартное зарядное устройство идет 5 вольт 2 ампера, всего лишь 10-ваттное, друзья. Аккумулятор в данном смартфоне 5000 мАч емкостью, и я его попробую зарядить 20-ваттным зарядным устройством. И, соответственно, кабелем. Вот таким вот компания Celebrat microUSB кабель, друзья. И давайте посмотрим, что же из этого получится. Замеры я буду проводить за первые 15 минут, за 30 минут, за 45 минут, за 1 час и так далее до конца. Надеюсь, что смартфон должен зарядиться быстро. Друзья, сейчас я вам продемонстрирую, что смартфон разряжен. 1%, я так понимаю, остается здесь для того, чтобы... Да, 1%, как вы можете видеть, до конца я не стал разряжать его, вернее, он сам выключился вот таким образом. И в качестве секундомера будет у нас смартфон, телефон, вернее, выступать Tuye E240. Сразу же подключаем наше зарядное устройство на 20 ватт. И посмотрим, насколько же оно успешно будет заряжать наш смартфон, друзья. Вставляем в смартфон и начали зарядку. Итак, друзья, за первые 17 минут, я уже взял с запасом время, на 11% всего лишь зарядился смартфон наш, друзья. Ну что ж, это очень, конечно, такой результат, скажем так, прискорбную. Что-то мне подсказывает, что все-таки смартфон наш от посторонней зарядки не будет заряжаться так, как надо. Но еще все впереди, друзья. Давайте посмотрим, что же будет дальше. Так, ну вот и подходит к концу 30 минут зарядки нашего смартфона TecnoSpark 8P. И давайте посмотрим, друзья, насколько же зарядился наш смартфон. А зарядился он всего лишь на 19%, друзья. За 30 минут это, конечно, очень мало. Но я вам скажу так, друзья, я так понимаю, что все равно проследим до конца. Но что зарядный контроллер, который расположен непосредственно в самом смартфоне, он не пропускает больше 10 ватт. Так запрограммирован. Давайте следить дальше все-таки. Вот и подходят к концу первые 45 минут зарядки нашего смартфона TecnoSpark 8P, друзья. И давайте посмотрим, насколько же зарядился наш смартфон. Зарядился, друзья, он всего лишь на 27%. Друзья, напомню, что в данном смартфоне у нас идет аккумулятор на 5000 мАч, это достаточно много для него, с учетом того, что здесь энергоэффективный процессор Helio G70. Я думаю, что и разряжаться этот смартфон будет очень долго. Долго заряжается, но и, собственно, долго разряжается. Напомню, что за 45 минут смартфон зарядился на 28%, друзья. Это, конечно же, маловато в учете нынешних реалий. Давайте следить далее. Итак, друзья, ну вот и подходит к концу первый час зарядки смартфона TecnoSpark 8P. И давайте посмотрим, насколько же зарядился наш смартфон. А зарядился он, друзья, всего лишь на 36%. За 60 минут 36%, друзья, это, конечно, мало. Но, тем не менее, друзья, я так предполагаю, опять же, все покажет, конечно же, финальный результат, что смартфон все-таки, пропускная способность его всего лишь 10 ватт. Давайте посмотрим. Итак, друзья, прошло 2 часа и 20 минут, и смартфон зарядился на 100%. Конечно же, это очень много, друзья, но как есть, собственно, все оставляю на ваш суд. Напомню, что смартфон у нас на базе процессора Helio G70. Имеется аккумулятор 5000 мАч, зарядное устройство в комплекте 5 вольт 2 ампера. Это, конечно же, мало в 2021 году, в конце начала 2022 года. И
За 15 минут смартфон зарядился на 11%, за 30 минут на 19%, за 45 минут на 28%, за 1 час зарядился на 36%, и за 2 часа 20 минут смартфон зарядился на 100%. Друзья, кому понравилось видео, опять же, ставим лайк, обязательно подписываемся на канал, впереди много интересного. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.